Всем доброе утро, прекрасный день. Мы находимся в нашей легендарной теплице в Легенде. И сегодня у нас задача заменить МК-7 привод на термопривод, чтобы форточка стеновая открывалась намного больше. Сейчас мы вам покажем, что для этого нужно. Сейчас мы его демонтируем и будем как-то, хотя все уже придумано, но мы придумаем вместе с вами. Поэтому нам нужно, чтобы форточка открывалась намного больше. Что нам потребуется для того, чтобы форточка открывалась? Это пластина, так называемый рычаг, рулетка, ну, саморезы, бита на 8 и еще крестообразная бита на шуруповерте. Также пружина возвратная, также термопривод. Для того, чтобы в жаркую погоду его проверить и замерить расстояние, нужно нам набрать ледяной воды. То есть мы ставим бутылку и набираем со скважины ледяной воды. Туда потом вставляем термопривод. Юля, подойди сюда. Берем этот термопривод. Обратной стороной цилиндра. Ставь, пожалуйста, цилиндр. Термопривод вот серенький лежит. Вставляй сюда его. Серой стороной. Наоборот, другой стороной. Вот этой стороной опускай прямо туда его. Все, он сейчас охладится. И шток задвинется обратно. Идем дальше. Значит, воды набрали. Термопривод в холодную воду опустили для проверки, чтобы он сжался. Потому что очень жарко. Вынимаем и смотрим. Раз. Он, видите, зашел. Все. Сейчас это замеряем расстояние. И делаем точки. И начинаем дальше крепить. Ну все. Смотрим дальше. Будет интересно. Еще один немаловажный момент. Надо сделать замер. То есть точки, чтобы потом не мучиться между креплениями. Лучше делать так, как смотрите, вот здесь шток, он заходит до конца, но мы делаем запас, потому что бывает, что вот в этом месте закусывает их. Поэтому мы делаем побольше выдвижения. То есть делаем 30, если мы посмотрим по осям, видите, 36 ровно. 36, это он в закрытом состоянии. И получается, вы, Наташ, потяни. Потяни вот это. Оп, все. Все. И вот так выдвинутый шток. Получается у нас длина выдвинутого штока 45. То есть 36 и 45. Две точки. Закрытие и открытие. 36 и 45. Запомнили? Идем дальше. Значит, то, что надо, мы разобрались. Автомат проверили. Размеры замерили. И теперь нам нужно сделать как-то, чтобы вот эта вертикальность форточка открывалась хотя бы вот так. Под 45 градусов. Как нам этого сделать? Это нам сделать. Сейчас мы будем придумывать что-то. Как-то придумывать. Здесь же ведь открывается. Открывается. Но тут есть тяга. А тут ее нету. Получается, надо будет прикрутить автомат отсюда, а здесь поставить рычаг. Сейчас будем думать. Идем дальше. Показываем еще один этап. Как я вам говорил, прикручивается пластина, так называемый рычаг. Два самореза, 5,5-19. И вот эта форточка должна открываться примерно вот так вот. То есть намного больше, чем было. Вот у него видите хождение. 4 сантиметра в среднем. Сейчас будем ставить, устанавливать термопривод под углом сюда. Вот так вот. Следующий этап. Мы прикручиваем сверху примерно, вымеряем один набалдашник и от него замеряем, чтобы до закрытия было 36. Здесь сейчас прикрутим второй такой же вот набалдашник и оденем автомат. Дальше покажем. Следующий этап. Нам нужно установить возвратную пружину. То есть она должна быть в натяг. Ее надо делать в натяжку. То есть где-то примерно вот так. И вот здесь вот сверху. Чтобы тут зацепилась. Можно, которая идет в комплекте, можно просто сейчас здесь ее одеть. Ну, я тут, наверное, ее одену и просто вот так натяну. Смотрим дальше. Завершающий аккорд. Натянули пружину. Видите, она идет в натяжку. Поставили термопривод. Сейчас он с холодной воды. Сейчас он здесь нагреется и начнет форточку открывать. Итог мы вам покажем. Сейчас
он потихонечку нагреется, и вот должен вот так же выдвинуться, как вот этот автомат. И форточка сама откроется. Повторимся. Значит, что первое? Нужна вот такой пластинный рычаг. Можете в любом строительном магазине купить. Обрезаете ее под угол, чтобы здесь мешало, чтобы был под углом рычаг. Раскрепляете на два самореза, ниже, выше. Чем выше поднимете, тем больше будет угол открытия. Дальше. Термопривод. Замеряем. 36 в закрытой точке, 45 в открытой. И вы меряете угол. Здесь я сразу же взял в закрытой точке. Раскрепляем, пружину натягиваем и получаем автомат. Сейчас он нагреется и должен потихоньку открыться. Так вот. Открыться вот так. Видите, какая у нас шикарная легенда. Кто говорил, что в поликарбонатах, теплицах все плохо? Можно, смотрите, притянить. Вот здесь у нас стекло. Вот эта сторона полностью стеклянная. Мы ее, Наталья Алексеевна, притеняет. Вот. Второе. Что можно еще сделать? Проветривание. Обязательно как можно больше проводить. Смотрите, здесь большая огромная форточка. Это еще старого типа форточка. Это 59 сантиметров высотой. Сейчас они идут 80. Представляете, в пол двери. Идем дальше. Форточный блок сверху. Здесь только поставили на северной стороне под поликрас. Стекло просто не стали резать. Видите? Не резали его. То есть, здесь получается в этом отделении 3 на 4. Три форточки. Раз, сейчас будет открываться, надо это открывалось. Два, и сверху. И дверь. Но так как мы уезжаем, эти двери получаются глухие, потому что вот эта дверь закрывается. И еще один нюанс. Покупайте качественный поликарбонат. То есть марки, бренды. Это Новатора, который можем порекомендовать. Полигаль, Карбоглаз. Три вида получается. Селикс. Но из них вы выбираете только дорогие марки. Если Новатора это софтпласт, это Актуаль Био и Новатора. Две марки. Если Селикс, то только Селикс премиум. Если Полигаль, то только Полигаль стандарт. Если Карбоглаз, то Карбоглаз премиум или усиленный. Все. Эти четыре марки проверены временем. И нами можно сказать, и мы их можем рекомендовать. Все остальное просто... В общем, я не буду об этом говорить. Но вот покупайте и не ошибетесь никогда и в вашем, и в нашем выборе. Вот так вот. Сейчас дальше. Сейчас оно должно у нас открыться. Потихонечку ждем. И будет вам счастье. Вот какой у нас томатный рай в нашей шикарной теплице. В легенде, смотрите. Королева, смотрите. Это все семена партнер. Мы в тестировании участвуем. Огромные кисти. А тут вообще прекрасные. Смотрите, какие. Бамс. Вот рука, да? Сейчас, подожди. Тут. Фух. Еще наверху все это будет скоро. А вот это у нас что? Черри-кокта. Коктейльные. Смотрите, как они наливаются уже. Ароненькие какие все. Вот все равно даже не в зимней теплице, не под фитолампами. И так. Вот Нина. Нина. Вообще, я в нее просто влюбилась. Огромных, сколько их много здесь. Бам-бам. А вот еще. На по-любому килограмм. Их тут две на этой. А, подглядывать, чтобы не выпали. Что еще у нас есть интересного? Что еще у нас есть? Тут где-то вот большие. Вот это что за гвоздя? Это тоже... Это Верочка. Подожди. И вот результат. Смотрите, как она открылась. И это еще не до конца. То есть она еще откроется, будет открываться вот до такого состояния. Вот он, рычаг полностью, видите, выдвинут. Вот такой угол. Это очень отлично. То есть он выдвигается, потом, когда остывает, пружина обратно втягивается. Вечером сниму, сторис выложу, как это все действует вечером. Ну, хотя вечером, я честно скажу, у нас сейчас температура на Урале 28-30, поэтому они ночью практически не закрываются. Потому что у них закрытие это 23-24 градуса, 22. От 20 они начинают закрываться. Ну вот, все вам рассказал, краткая инструкция, все быстро и качественно. Стоимость вот этого вы можете хоть где угодно купить. Можете у нас заказать по супер скидке мы с нашим подписчиком, кто расскажет, то также установит и расскажет. Можно установить автомат в любую фрамугу, но главное придумать как. Смотрите, продолжение установки автомата, смотрите. Форточка, вечер сейчас, да, закрылась. Теплица, температура до плюс 20 градусов.
Вот, как я вам показывал, форточка открывается. Сейчас закрылась полностью. Форточка в торце закрыта полностью. Вверху закрыта тоже полностью. Вот такая автоматика у нас. Ага. Девчонки, привет! Привет! И у нас тут также форточка закрыта. Сверху закрыта, там закрыта. И такие у нас прекрасные растут помидоры гроздьями, видите, огромными. В этом году будем с огромным урожаем томатов. Вот. Видите? Вот это особенно нравится. Эти прям гроздьями все. Спасибо, семена партнер. Всем доброе утро. Сейчас чай, кофе, кашу поели. Смотрю сторис, просматриваю работу. И оказывается, вчера я не выложил результат моей работы. Представляете? Вчера я рассказывал сторис про автоматы. Как устанавливаться на форточку вертикальную сам лично. Ну и как монтажники могут сделать. Термопривод, пружина, пластина. И вот она, стеновая форточка. Смотрите, как шикарно открылась. Это примерно угол 45 градусов, чуть поменьше. Раньше открывалось намного меньше. Теперь открывается вот как. Сегодня мне еще задание сделать вот здесь вторую форточку. Или как немножко на термоприводе она открывается, совсем немного. Эту форточку мне нужно сделать, где у нас томатики. Шикарные томаты от семена партнер. Сделать форточку стеновую. Так что всем добрым утром, работаем. Всем еще раз доброе утро, уже добрый день, то есть. Много вопросов задают по тому, как вот я снял видео, как крепить термопривод. Смотрите, для того, что если вы делаете самостоятельно, вам нужно вот такую купить крепежную пластину 65 на 180, кажется. Вот видите, оцинкованный металл. И, обратите внимание, вот это мы красим, потому что мы как бы товарный вид, и чтобы все красиво было. Подрезать один угол. Видите, вот так уголок подрезать болгарочкой. Или пилой по металлу, лучше болгаркой. Подрезать, чтобы был угол. Туда вставляется, ну, образно вот так вот, да? Вот. Чтобы был угол плечо рычага. Потом эту пластину мы крепим, вложим в комплект. Вот просто саморезы. 5,5 на 19. Это кровля. Мощные саморезы такие. 5,5 на 19. У пружины здесь в комплекте вот такие вот крепеж пружинный. Раз, два. Для крепления автомата термопривода самого идет вот такое вот крепление. То есть на балдашник, не знаю, в общем, такой шарик. Его крепите вот с одной стороны и с другой стороны. Обычным клопом самореза. Он идет в комплекте. Вот он. Вот такой 16 клопик. Им крепите. Сейчас вот я замочил. Видите, у меня термопривод тут в холодной воде. И пойду устанавливать в теплицу. Продолжение темы проветривания. Установил на вторую форточку. И вот не прошло, пока попил чаю, уже открылось. Насколько еще откроется вот до сюда. То есть у нас теперь две форточки на термоприводах, а не на автовентах. МК-7, и у них открывание. Смотрите, какие у нас перцев, сколько перчиков. И вот так теперь форточка открывается. Так открывается в стене, так открывается, оп, извините, в торце. Вот тут в коньке пчелки летают. В том торце. Вверху. И вот еще одна форточка. Еще есть желание, чтобы когда нас не было, так как вот эта дверь закрывается, но здесь все стекло, врезать. В общем, вот тут вот, по центру, здесь будет насосная станция, скоро будут монтировать. Врезать вот здесь большую форточку.